юношеская футбольная команда из Вурнар в тройке лидеров сельских команд страны. Химик «Август» принял участие во всероссийских соревнованиях «Колосок». За звание лучшей сельской команды боролись 220 ребят из 16 регионов и областей страны. В 1/4 финала наша команда уверенно обыграла футболистов Орловской области. Но в полуфинале уступила со счетом 1-0 саратовскому «Штурму». К слову, будущему победителю соревнований. В борьбе за третье место «Химик Август» разгромил команду Краснодарского края со счетом 4-1 и стал бронзовым призером юношеских соревнований. Команды спортклуба «Химик Август» участвуют во всероссийских соревнованиях «Колосок» с 2010 года. Но в число призеров вошли впервые. Самым большим достижением прошлых лет были только пятые места.